Тряпочка у меня есть классная, которая впитывает воду моментально. А, с завтрашнего у тебя отпуска, сегодня выходной. Ну, уже круто. Отдыхаем. Ох ты! Краса! Наконец-то засняла мама это дело. Вот, Артурчик у нас сильно занят всегда в коляске. Ничего себе. Такая вот красота и вкуснота. Артурчик, пошли холодильник мыть, пойдем. Маме осталось помыть холодильник еще. А то такой грязный холодильник. Тряпочка у меня есть классная, которая впитывает воду моментально. Мы вот этой тряпочкой новую наши новые кастрюльки. Привет, малыш. Вытираем. Вот, и я ею тоже мою. Холодильник, зеркала, очень классно. Вот так. Всем доброе утро. У нас уборка. И папа с сегодняшнего дня пошел в отпуск. Все. Что, Вова? Ой, как темно. У нас темно в комнате, на улице тоже темновато. С первым днем отпуска тебя? У меня еще сегодня не отпуск, выходной. Завтрашний. Завтрашнего тебя отпуска, сегодня выходной. Ну, уже круто. Отдыхаю. Да, уже сидит на диване уже полчаса. Пока я там оладушки пекла, мы убрались. Напекла оладушка, фартучек трескает. Куда? Сейчас будем обедать, у нас уже 12 час. Греем там кушать. Вчера соевую подливу сделала с рисом, будем сейчас трескать. Надо, наверное, салата пойду сделаю с капусты. Нашинкую мелко-мелко на комбайне. Праздничный обед отпускной. Вот. Артурчик. Арина с него пошла в школу, каникулы закончились. Теперь за мной смотрит Вова. Там Арина помогала, теперь Вова, да. Хорошо. Скоро мы останемся втроем. Втроем скоро останемся. Маму отправим в роддом. Сами будем тут отдыхать с мамой. И мама от вас. Ну, куда ты уже? Все, пойду капусту сделаю до победы. Что, наконец-то обед. 12:30. Пока я там готовила, еще супчик поставила овощной с рисом. Между прочим, когда сидишь дома, время летит очень быстро. Да быстро летит, конечно. Туда-сюда и все. Ну, вот у нас вчерашняя подлива с соей очень вкусная. Рис с рисом. И салатик. Рис мы теперь почему-то только стали есть опять. Буры. Он тот надоел, ну, тот надоел уже обычный. Привет. Ну и салатик обычный. А у меня макарошки с этой подливкой. И я тушила Артурчику овощи, но он почему-то не ест. Ему не нравится здесь тыква. Ну и там видно, в принципе, что толкается. Всем приятного аппетита. Артурчик постоянно залазит в шкаф и достает мою кофту. Ну, это такая, тут еще штаны есть, это костюм такой. Вот, и все. Классная ткань. Классно тебе! Ох ты! Краса! Наконец-то засняла мама это дело. Арина тоже как-то одевала была. Вова, закрой шкаф. Но я не успела, он содрал с себя. Давай, я тебе еще закатаю. Тепло тебе, да, хорошо. Скажи, памперс можно не одевать, он там без памперса ходит. Нет необходимости, да? Вот так вот. Все. Опа, ой, тепло. Отлично. Тебе. Отлично, прикидон у тебя. У тебя это как халат такой, махровый.
Да, халат. Да. Привидение. А это ночнушечка мамина. Это надо на место положить, Артур. Он погладит ножками. Артурчик. Всегда ее достает, эту кофточку, да? Прикольно. Ну что, мы тут решили прогуляться под вечерочек. Все вместе в магазин сходить надо, засиделись дома. Гулять в такую погоду как-то не очень, Артурчика выпускать. Артур смотрит мультики. Всю ночь шел дождь, грязюка, везде лужи. Вот, поэтому решили сидеть в магазин. Я Артуру скачала игру, он не играет. Играл, он играл, Арина. Но он не хотел с ней в коляске. Вот, Артурчик у нас сильно занят всегда в коляске. И это хорошо. Ну что, мы уже дома. Сколько всего доставлено бутылок. Вот, в общем, что мы сегодня захотели, в общем, пиццу сделать. По акции был наш любимый сыр Джудас. По хорошей акции взяли. И сделаем сейчас, я делаю пиццу. Тесто уже готово. Сейчас буду делать соус из помидорок. А соус у меня томатный простой. Помидорки, там я закинула зубчик чеснока и соль. Все, я сейчас забью. На тесто выложу, запеку минут 15, а потом начинку буду выкладывать. Переставлю на тот момент, где он смеялся. Потом он так сильно смеялся. Смешной котик. Поставили Артуру новый мультик. Ухахатывается. Ничего себе. Обалдеть. Все, теперь мы всегда ставим знаки. Ну, серий там много. Там 118. 118 серий уже наснято. Я последний раз, когда смотрел, было 50 с копейками. Обалдеть. Есть что посмотреть. Но они коротенькие. Ну, по минуте, да. Ну, все равно ему так нравится. Прикольно. Что, наша пицца? Скоро будет готова. Вкусная пицца. Можно сказать, маргарита. Хотя тут сыр немножко другой. Но это не важно. Зато она очень вкусная. Крики, доносящиеся со спальни детские. Это наш ребенок смеется над мультиком. Да, классно вообще. Мультик. А я сейчас сделаю подливку с фасолью. Будем кушать. Все, готово. Все, можно ставить и ждать. Ура, наша пицца готова. Где она? Вот такая вот красота и вкуснота. Артурчик, а у тебя что? Помидорки. Так, с маслицем облепиховочное масло купили. Оно, кстати, очень приятное на вкус. Вот, он любит помидорки есть. И потушила я фасоль. Ну, с овощами. Тут брокколи немножко. Посмотрим, как он это будет есть. Ну, сначала он будет кушать свои помидорки. Все, приятного всем аппетита.